Кожна дитина повинна бути знайдена. Не буває чужих дітей. Під такими гаслами працюють учасники проєкту «Пошук зниклих дітей». Якщо ваше чадо загубилося у натовпі або відкритій місцевості, не відповідає на дзвінки та не виходить на зв'язок протягом декількох годин, пішов до магазину та не повернувся, вихід є. Але треба діяти швидко. Є організація, яка зможе швидко відреагувати та допомогти в таких ситуаціях. А як саме вона працює, розповість гостя нашої студії, керівник проєкту «Пошук зниклих дітей» Олена Жовтобрюх. Здравствуйте. Добрий день. Ну, у вас дуже приємна місія – це допомагати батькам, оказавшимся в дуже складній ситуації, коли пропадає дитина. І так, мабуть, перше, що хотілося б услышати, як родилась ідея о створенні такої організації і скільки у вас волонтерів зараз? Краткая предыстория создания нашей общественной организации. У нашей организации есть основатель нашего проекта, который, будучи за границей, по-моему, во Франции, в командировке, услышал историю, которая, ну, просто его поразила на многие годы. История такова, что в 2010 году в городе Москва потерялась девочка со своей тетей. Девочке было 5 лет, звали ее Лиза. Милиция, все возможные были ресурсы подключены, девочку искали безрезультатно, потому что все-таки Россия — это леса, в которых, ну, сложно найти. И получилось так, что кто-то из родственников в сетях, тогда это все только еще начиналось, бросили такой просто клич: пожалуйста, кто может, приезжайте в назначенное место для поиска девочки. Искали несколько дней еще волонтеры. Тогда они еще не были таковыми волонтерами, просто люди, которых тронула эта история. Да. Приехали, искали, девочку нашли на 10-й день, как вы понимаете. Конечно, ее невозможно уже было найти живой. И вот эти люди, первые 300 человек, которых просто поразила эта история. И понимаете, это ситуация, когда человек понимает, что в его руках была жизнь ребенка. Это были первые сподвижники, они стали волонтерами. Сейчас это уже очень много филиалов по всей России. И, услышав эту историю, подумали мы, а почему... У нас это тоже есть проблема, у нас тоже пропадают дети. И точно так же родители сталкиваются с этой бедой, зачастую один на один. Я не умаляю, как бы, достоинства наших служб, нашей милиции, но просто их настолько мало, что вот сейчас уже плотно работая с ними, иногда понимаю, что это 1-2 человека, которые не могут просто поехать в одну часть города, в другую. И вот как раз мои дорогие, бесценные волонтеры, которых сегодня уже 380 человек, много это или мало, я не знаю, но это люди, которые сами зарегистрировались или пришли к нам, зарегистрировались, или через наш официальный сайт. То есть это люди, которые добровольно жертвуют своим временем, если есть в этом необходимость. Итак, давайте говорить об алгоритме действий. Пропал ребенок. Что нужно делать родителям? Он достаточно прост, его должны запомнить абсолютно все родители, потому что самая большая ошибка родителей, которые заблуждаются, что со мной это не случится. В телефоне у каждого родителя, у которого есть дети, должен быть телефон нашей службы. Этот телефон 732-07-00. Для чего? Что если случается, вы набираете. Это горячая линия, работает и день, и ночь. Подчеркиваю, что многие не верят, что это делается бесплатно. Это действительно делается бесплатно, независимо от дня, ночи и утра это. Значит, поступает звонок на нашу горячую линию. Мы его принимаем. Срочно ориентируемся по ситуации, что как. Делается ориентировка, собираются фотографии. Это все делается в параллели очень быстро, потому что есть помощники, которые работают в сети, которые занимаются сбором фотографий, работают с родителями. И, естественно, наше обязательное условие, рекомендация, что мы, даже если звонят первым нам, должны обратиться в милицию, потому что мы волонтеры, не все для нас законно, доступно, то есть в силу своей компетенции мы можем помочь. То есть вот эта работа быстро проделывается. СМС-сообщением мы уведомляем всех своих волонтеров, и съезжается масса людей.
почему я сейчас хочу вот подчеркнуть эту мысль, что волонтеры должны понимать, что есть обратная связь. Может быть, им иногда кажется, что про них забыли. Почему? Просто очень часто нам достаточно небольшой активной группы, которая, конечно, у меня есть, которые я знаю, что я хоть днем, хоть ночью позвоню, и люди приедут, откликнутся. Я знаю, у кого есть автомобиль. Ну, то есть это уже есть какая-то определенная группа. Но должны понимать все волонтеры, 380 человек, что когда будет в этом необходимость, а для чего она может быть? Это когда нужно массово прочесать микрорайон или парк, когда действительно должны задействованы ресурсы, большое количество людей. Тогда мы к ним, конечно, обратимся. Поэтому они должны понимать, что иногда я им там какие-то email-сообщения пишу, поздравления, что мы действительно о них помним, ценим и знаем. Но просто вот в этот момент еще не возникло такой необходимости. Но были уже случаи, когда в течение получаса-часа съезжалось 50 человек. Для меня это на тот момент было просто спасение. Это действительно те люди, которых я могла по карте расставить, прочесать и найти ребенка. Такие случаи уже были. Наверное, главное для родителей в первую очередь быть спокойными, то есть не паниковать и четко выполнять те или иные рекомендации ваших специалистов. Что вот нужно знать? Ну, понятно, что приметы ребенка, если нет фотографий, быстро передать. Одежда, склонность, ну, к каким-то действиям. Возможно, речь идет о каких-то местах более излюбленных. То есть вот что нужно, какую информацию нужно первичную передать? Понимаете, вот здесь как раз уже здесь мы, ну, уже имея опыт наработанный, конечно, это мы уже берем на себя. У нас есть все расписанное, когда мы четко спрашиваем, и вплоть до каких-то психологических приемов, чтобы привести в чувство маму или папу, потому что это нужно действительно делать все очень быстро. Поэтому есть ночью это будет, утром, днем есть определенный перечень вопросов, есть определенные у нас уже наработки, когда мы, не отходя от этого, жестко довольно-таки спрашиваем. И это все быстро в течение получаса срабатывает. Если уж нет, конечно, в идеале, чтобы по Вайберу нам прислали фотографии. Но разные социальные уровни есть у людей, нет такой возможности технически. Тогда едем, выезжаем, берем фотографии, сканируем. То есть для нас первоначально это, конечно, сделать ориентировку, потому что тут параллельно у нас люди уже начали искать, но у нас уже есть люди, которые в сетях это размещают. Был случай, когда нам именно это помогла информация, пока мы там искали. А уже в сетях мы определились и поняли, что этот мальчик лежит в больнице. Ну, то есть, знаете, вот история поиска, она как бы вроде бы все, вот 12 этих случаев, они абсолютно разные. Но у них у всех есть одно начало, к сожалению. Это, как правило, какие-то уже неполадки в семье, в отношениях. Безусловно. Вот вы сказали фразу 12, то есть 12 спасенных детских жизней. Ну, это активно, где мы действительно искали, мы, где мы подключались. Притом я там не могу сказать, но эти 12, это все-таки больше случаев, когда звонили первым к нам. Хотя есть случаи, когда обращаются, там с Бабушкинского района, что нужно ресурс, помогите. И, конечно, мы тут сотрудничаем. И даже, знаете, изначально, когда мы цели, задачи свои ставили, мы себя позиционировали, возможно, даже больше, что вот сложилась ситуация, и ребенок потерялся. Но, как жизнь показала за эти 2 года, все-таки случаев у нас больше те, что потеряшки, которые бегут сами. Это переходный возраст, это доказать, что я самый умный и могу жить самостоятельно, как правило, это уже это. И, конечно, там все нужно глубже, там работа. Вот у нас в декабре был случай, когда мы искали девочку, которая просто уехала, нашли мы ее в каком-то селе, когда позвонили нам, мы подключили милицию, уже как со специалистами поехали, село Вишневое, по-моему, Днепропетровская область, нашли девочку, конечно, не в очень там условиях хороших, не в трезвом состоянии, там девочку папа воспитывает сам, нет мамы. Ну, то есть везде сейчас с ней работают психологи, но, конечно, случай очень-очень тяжелейший. То есть вот вы знаете, помочь помогли, но сказать какое-то вот полное моральное удовлетворение нет. Все равно осадок того, что этого ребенка еще с ним работать и работать, доводить до ума. Но там как раз наши КМДН, которые сейчас называются иначе, они, конечно, работают. Там специалисты, там психологи, и там, ну, очень серьезные, ответственные люди. Я когда с этим столкнулась, там действительно профессионалы. Но с этим нужно столкнуться. У вас есть минутка. Секунд 40, обратиться еще раз к нашим всем телезрителям, бабушкам, дедушкам, родителям. Основной рецепт, как сделать так, чтобы ребенок не потерялся, ну а если так это произошло, куда звонить, куда стучаться?
Значит, еще раз обращаясь к родителям, ко всем, у кого есть дети, при том разного возраста, быть очень бдительными. И еще раз повторюсь, что самое большое заблуждение – думать то, что с вами это никогда не случится. То есть первое, что бы я вам рекомендовала, это забить в свой телефон номер нашей горячей линии 732-07-00. Значит, второе – не теряться. Хладнокровие, вы позвонили, мы уже на себя берем ответственность того, чтобы вам помогать. Значит, хочу подчеркнуть, что разного возраста дети, потому что у нас недавно был случай, когда потерялся мальчик. Такая случайная случайность, расскажу, как все сложилось. Звонок, папа в истерике, был с ребенком. Ребенку 8 лет, но, к сожалению, есть отставание в развитии. Ребенок 8 лет очень плохо разговаривает. То есть вот папа видел, нет ребенка. Звонит, я уже собрала группу, мы уже выехали. И звоню в КМДН бывшей, старшему инспектору КМДН. Есть такая Татьяна Михайловна Ефременкова, которая постоянно нам помогает, мы ей. То есть тесное сотрудничество. Она мне быстро говорит: Лена, а у нас звонок, что на заправке сидит мальчик, не говорит, кто он и что. Может быть, это он. У меня уже ориентировка, у меня уже координаты родителей. Эта история была описана некоторыми волонтерами в соцсетях. Да. Я благодарю вас, что вы нашли возможность и появились в гостях 9 канала. Ваши рекомендации, я думаю, каждому из нас были очень полезны. Не теряйтесь, звоните. Не могу сказать, что мы будем рады, но мы ждем этих звонков и рады помочь. Дякую. Спасибо и вам.